Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что ж, зайдем в магазин по-быренькому и заберем одну карточку на крестьянина. Шикарно. Так, тренировка. Давай быстренько заберем наших ребят. Они уже давно здесь сидят, парятся. Так, и у нас на... Воу, смотри-ка, у нас кто-то в армии сейчас прокачается. Ну, зайдем на арену. 18 карточек на жрицу. Это раз. А во-вторых, мы с тобой получаем еще лучница у меня прокачана полностью. Король 25 карточек. На замок 14 карточек. И 10 700 монет. Слушай, ну неплохо. Новый сезон, это арена на июль. Так, ну что, давай, наверное, быстренько с тобой пробежимся, да? Раз у нас арена. И возьму-ка я, пожалуй, отрядик, которым меньше всего играю. Это... Ну, давай вот этим вот. Так уж и быть. Погнали. Да здесь будет, наверное, достаточно одной улитки. Хотя зачем нам ее тратить? Мы с тобой лучше вызовем самурая, и он здесь все сделает, поверь мне. Ну что, самурай нас пошел. Сейчас будет всех рубить. А прикинь, сейчас улитка взорвет просто-напросто башню. Оно так и получилось, ребят. Ну что, отлично. Мы прошли, давай заберем здесь гемы за выполненные квесты. Так, ну-ка посмотреть хочу, кто же у нас здесь, друзья мои, прапался все-таки, а? Да неужели? Ну это приятно наблюдать, друзья мои. Да, именно Некро получает у нас последнюю, пятую звезду. Вот так она выглядит, шикарно, плюс 12 карточек еще даже в запасе. Блин, обожаю, когда у нас прокачиваются персонажи. И это очень хорошо. Так, ну что, в магазине мы с тобой все собрали, что могли. Так, на ежедневке у нас с тобой разыгрывается баллиста. Я не пойду, потому что у нас она полностью прокачанная. Так, смотри-ка, у нас с тобой... Ага, все, и золото кончилось, да, на этом. В общем, нам нужно прокачать с вами ползуна до 100 уровня. Правда, это не так быстро все будет. И дальше будем остальных персонажей прокачивать. Ну, а сейчас мы с тобой продолжаем основную сюжетку. И мы, кстати, на последней локации, да, это территория захватчиков. И здесь у нас пришелец плюс жаба с молотом. Слушай, я не вижу никаких препятствий взять именно вот этот отряд и наказать. Ну, что там у них, пришелец, да. Ничего страшного. Против пришельца мы будем с вами действовать вот так вот. Фокус не получился. Я думал, что вылетит сейчас пришелец и... похитит. А вот сейчас он, наверное, его вызовет. Нет. Хотя, да, может вызвать еще. Так, ну-ка. Да чтоб тебя. Смотри, что творит, а. Ты смотри, что он тут делает. Так, ребят, ну эта жаба с молотом может нас тут, если честно, бомбануть. Во-во-во-во-во-во. Тихо-тихо-тихо, парни. Давайте-ка без кипиша. Так, давай-ка вызовем еще одного самурая. Слушай, тут надо вызывать, скорее всего, нам дальников. Так, давай, давай. Блин, ну сколько ждать, вот. Похищают, да еще и мало того, что на наш, на свою территорию. Да хорош. Ну ты посмотри, что делает, а. Пришелец взял, короче, нашего бойца. Переделал под своего. И, ко всему прочему, еще и стрелил у меня одного из юнита. Вот говнюк, а. Вот это было зря сделано. Зачем корни мне здесь? Почему корни срабатывают на пришельца? Если они срабатывают на него, так будьте добры, тогда и ловите. Но нет же. Они этого не делают. Так, ладно, что у нас там по времени? Одна минута остается и... Замок-то почти еще целый вражеский. Только смотри. Сейчас, ребятушки, мы быстренько с вами поднапряжемся маленько и разнесем в хлам. Ну, последний удар. Готов. Ну что же, отлично. Мы получаем с тобой монетки. Так, я могу еще один уровень поднять. Не, наверное, мы будем с тобой копить, да, финансы. А потом уже сразу всем скопом это и сделаем. Ну, и переходим мы с тобой на второй уровень. А здесь добавляется уже воблер. Воблерочек. Ну что же, давай, наверное, будем дальше отыгрывать эту команду. Ну, против воблера, конечно, здесь все ватные, абсолютно все. Еще эту улитку, зачем я ее взял, а? Она мне только занимает слот, и толку от нее здесь мало. Так, ладно, вызываем самурая.
Ай-яй-яй-яй, зря я так сделал. Блин, ну что ж ты будешь делать, а? Ай, паршивый этот пришелец. Вот серьезно тебе говорю, просто паршивый. А слушай, а если мы с тобой... Блин, не получится, не получится. Я, честно говоря, хотел вызвать дедушку. Ну, начинается. Ну-ка, давай-ка. Как он меня бесит, а? Так, ну-ка. Давай быстрее, мечник, выходи. Самурая, я хотел деда призвать, понимаешь? Блин, сейчас опять кого-то стырит. Ага, мечника стырил, да, значит? Вот так вот. Вот, все, друзья мои, я вызвал деда. Теперь мы с вами тут устроим им карнавальную ночь. Ну давай, дедуля, поднажми. Бамс, нормуль. Давай еще одного самурая с тобой призовем. Так, и еще одного тыквоголового. Плюс корни. Плюс улитку. Улитка, ползун, какая разница? Так, и сейчас начнется расколбас. Как говорится, жаба с молотом для нас уже не помеха, потому что наш дед ее накумарит. Плюс ураганчик, все. Друзья мои, идеальное прохождение. И мы с вами идем дальше на третий уровень. Так, а кто у нас тут прибавится? Слизень морпех. Ну, слушай, вот эта команда против слизня морпеха вообще не зайдет никаким образом. Предлагаю взять вот эту команду. Тут у нас есть ниндзя. Ниндзя — это имба. Так что, думаю, здесь мы с вами легко справимся с этим противником. Пока тишина, никто не идет. Как ни странно. Ну что, будем, наверное, вызывать на голема вначале, да? Потом прикрываться ниндзей. Так и поступим с тобой. Ниндзя сейчас быстренько ему надает. Так, слизень морпех тут подкрадывается. Что будем делать? БФГ-ху вызывать. Блин, вот этого только не хватало. Ага, успели мы его завалить. Слушай-ка, ну тогда шансов у врага нету. Ни о какой победе тут даже разговора быть не может. Давай применим с собой ульту. Оглушили слизни. Плюс вызываю еще одну БФГ. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, да, он похитил у меня жабу с молотом. Ниндзя подбили, но, как видишь, жабу нам не вернули. Но это, в принципе, уже не важно, потому что замок мы в любом случае с тобой разнесли. Отлично. Двигаемся дальше, и у нас с тобой предпоследний уровень. Заглянем, кто здесь у нас. Так, ага, слушай, я помню эту комбинацию. Когда он будет вызывать улитку, прикрываться пришельцем. И здесь лучше всего, наверное... Здесь лучше всего, наверное, нам с тобой воспользоваться вот этой командой. Я надеюсь, я ничего не попутал. Так, ну-ка попробуем. Сейчас мы с тобой выпускаем, короче, молотильщика. Что-то немножко не то, да, как-то получилось у нас. Ладно, фиг с ним. Давай, молотильщик, выходи. Блин, тут БФГ-ха идет. Ой, БФГ-ха, какая БФГ-ха, ребят, ну о чем я? БФГ, это за меня, ребятульки. Так, тихо, подожди. Этого не наказали. Так, воблер упал. Бежит улитка. Все, двигаемся дальше. Ну, он упустил, мне кажется, свой шанс, да, на победу. Сейчас мы тут его быстренько разнесем. Давай, вот так вот, отлично. Давай еще одного всадника на журавле позовем, нам на помощь. И знаешь, что я думаю? Пора, наверное, друидку призвать, да? Сделаем вот так вот. Так, пришельца этого уничтожьте. Заморозка. И вызываем друидку. Квест завершен, лидер. Да тут, в принципе, и без друидки все идет у нас отлично. Ты посмотри. Просто разбираем замок. Ну давай. Отлично. Последний удар нанесли. И мы с тобой продолжаем. Идем на последний уровень, где... Так, квест. Где у нас будет поджидать босс. А босс кто здесь? Лорд пустоты, это плохо. Ну что, забираем с тобой вот эту команду. Против лорда пустоты именно эта команда будет. Да вообще, эта команда идет против любого босса. Хоть кого тут давай, за счет, конечно же, своей ульты. У нас очень мощная ульта. В принципе, у него такая же база, да? Но он нифига не будет ей пользоваться.
Ай-яй-яй-яй, Ронин, ну вот, вот оно, друзья мои. Вот именно про это я вам говорил. Что идет пришелец вместе, как говорится, с этим, с ползуном. Так, давай-давай, разносим. Отлично, ураганчик. Зачем я сейчас пульнул ульту? Вот объясни-ка мне на милость, зачем я это сделал сейчас? Зачем так надо было глупить, а? Ну, я думаю, наверное, мы и так справимся. Даже если этот лорд пустоты явится сюда, то мы его... Ага, вот он. А он явился. Прикинь. Он явился, не испугался. И смотри, что тут происходит. Ваня, ты чё... Ты чё... Ты смотри, что он творит. Он всех моих юнитов... Ну-ка. Надоело просто на них тут любоваться, если честно. Хоба. Так, вот это плохо. Ну ты смотри, что творит, а? Ты дышь. Слушай, неужели будет фейл, а? Да блин, Ронин, ты можешь выбежать нормально-то, ё-моё. Чё ты, блин, просто так идешь? Ой, дурень. Дурень. Все, урон нанесли нам. Друзья мои, вот была большущая ошибка с моей стороны. Применить ульту. И ты понял, да, когда я ее использовал? Вообще не по делу. Просто взял ее и потратил. И вот ты видишь результат. Результат — это обычный фейл этого уровня. На 3 звезды, естественно, у нас не получится. Но мы с тобой будем переигрывать. Причем Ронин вообще меня тут нервирует сегодня. Он не ходит, он не бежит. Понимаешь, он никуда не спешит. Мы еще давай по времени сфейлимся, а? До кучи, а чего бы нет-то? Будет вообще замечательно. Так, спасибо за карточку. Сейчас похитят. Да. 12 секунд. Да, ну быть такого не может. Все пошло как-то не так, ребят. Ронин меня здесь подвел, конечно, то, что он не стал выбегать. Ну все, мы здесь выиграли, но, как ты понимаешь, такой вариант победы меня не устраивает, и мы с тобой будем переигрывать. Да, зачем я стрельнул своей башней? Я как раз сделал выстрел, и после этого появился лорд пустоты, поэтому я и проиграл. Так, здесь надо быть аккуратным, сейчас, по-моему, пришелец полетит вместе с ползуном. Поэтому мы с собой применяем вот так вот. Окей, все это, ребят, предсказуемо было. Я к этому был готов. Так, ну что, Ронин, погнали заново. Можно накопить, конечно же, на ведьму. Ведьма здесь устроит им карнавальную ночь. Это безусловно. Ульту главное не тратить. Главное не тратить нам с собой ульту. И все. Как только появляется босяра, мы его сразу уничтожаем. Так, можно взять даже прыгуна сюда. Но если честно, я вообще-то хочу... Во, вот он. Раз, два, три. Так, заморозку. Ведьму. Все. Немножко, честно говоря, не так я хотел. Естественно, не через заморозку уничтожать лорда пустоты. Но, видишь, она просто вовремя выпала. Ага. Так, давай уничтожаем этих всех олухов. И нам нужно поспешать, ребят. Хотя времени у нас предостаточно. Нам главное не получить урон, и все. И победа будет за нами. Поехали. Всех сносим, всех абсолютно сносим здесь. Ведьма, давай, клепай свою армию зомбарей. Она нам здесь просто необходима. И уничтожаем. Уничтожаем просто замок. Все, друзья мои. Еще, как говорится, один портал у нас с вами за спиной. Так, ну что, пойдем получать сундук. А из него, конечно же, награды. Так, и у нас жаба с пушкой. И жаба с молотом плюс 10 карточек на базу. Так, а здесь у нас 15 копейщиков, 15 эльфов и 14 ракетных ботов. Поехали, 127 портал нас поджидает. Ага. Территория подданных, дальше территория, ребята, нежити. Дальше нефритовая долина, плюс территория захватчиков. Опять же, долина подданных и уже дальше портал. Ну что же, давай разбираться с этими
аглоедами. Так, 97 уровень крестьянина и 98 уровень паладина. В принципе, здесь все решается довольно легко. Возьмем, наверное, с тобой вот этот отряд и поедем. Паладин, да, конечно, здесь очень жесткий типок. Мне нужно накопить на кого? Ну, в принципе, можно и голема призвать. А успею ли я? Успел? Нет, ребят, я сфейлился. Да прикинь, нанес урон этот крестьянин. А самое удивительное, что я забыл, что он действительно очень быстро фармится. Да? И он быстрее. У меня, смотри, 175 энергии нужно, да? Для того, чтобы вызвать голема. А у него всего лишь соточка. Естественно, он успел дойти и бомбануть. Вот это я, конечно, сделал просчет на самом деле. Ладно, фиксим. Придется нам, конечно же, переиграть. А самое обидное в этих случаях, что мы с тобой тратим энергию, которой у нас и так очень мало. И мы не сможем с тобой отыграть до следующего портала. И вот это вот раздражает. Но зато мы с тобой можем накопить много денег. Так, уничтожили мы с тобой замок. Ну, переигрывать, естественно, нам придется с тобой этот этапчик. Давай-ка. Не-не-не-не-не, я туда не пойду, пока я вот с этим уровнем не закончу. Так, возьмем, наверное, с тобой, да. Тут, в принципе, щитобот есть, который очень неплохо держит оборону, да. И ко всему еще у нас есть молотильщик, который будет просто их всех пропиливать. Причем довольно жестко пропиливать. Смотри, он даже ничего не может сделать практически нашему щитоботу. А вот и молотильщик, который просто их будет сейчас рубить налево и направо. С паладином, да, конечно, с паладином здесь все намного хуже, его так легко не подбить. Но для этого у нас есть кто? Тоже паладин. Можем взять с тобой всадника на журавле. Он довольно неплохо тоже бомбит. Так. Видишь, оглушили мы паладина с тобой. И даже подбили его. Так, ну тут еще один паладин вышел, а? Так, опять мы его оглушили. Начинаем, естественно, пилить. И все. Так, еще одна карточка крестьянина. Крестьянин мне нужен, ребята, потому что это самый первый юнит, который появился в игре, да? И самый последний у меня по прокачке. Самый последний. Как ни странно, но это факт. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. У нас второй уровень. И здесь у нас, ага, копейщица. А здесь у нас копейщица, паладин. Опять же крестьянин, ё-моё. Придется опять этим же отрядом играть. Крестьянина нужно контрить. Его нужно контролировать, чтобы он дальше не прошел и не бомбанул по моей базе. Поехали. Наша старая школа будет, как говорится, действовать здесь. Ой-ой-ой-ой, паладин вышел. Немножко просчитался я. Плюс копейщица, да? Угу. Да, сейчас начнется. Сейчас тут, ребят, начнется. Так. Давай-ка, наверное, вот так сделаем с тобой. И паладина, паладина наказываем. Нормуль. Так, я теперь хочу накопить на друидку и в конце концов ее просто призвать. И будет дело в шляпе. Ну, давайте, друзья мои, бомбим. Все, друидка вышла к вам на помощь. Уже можете ничего не бояться, все будет хорошо. Сейчас просто всех порвем здесь. Сейчас только она набросает везде свои тотемы. И все. И понеслась, как говорится, душа в рай. Ах ты, смотри, крестьянин как прорвался. Потихоньку там начинает бомбить. Но мои друидки все нипочем. Ну что же, двигаемся дальше. И у нас с тобой третий уровень. Вот, вот здесь уже надо быть аккуратнее, потому что здесь грифон. Против грифона мы с тобой возьмем, наверное, вот этот отряд. Да, где у нас есть баллиста. Где у нас есть с тобой тоже грифон. Расстояние более-менее приличное, так что мы успеем с тобой здесь выставить даже того же самого Джаггернаута. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, Джаггернаут, все, отлично. Плюс не забывай, что у нас здесь некро прокачанная полностью. По-моему, а, нет, у меня здесь только грифон не прокачанный, остальные все вроде бы имеют. Нет, не все, ребята. Джаггернаут тоже у меня не имеет пятой звезды, он четвертый. Так, давай-ка клетку, наверное, бросим. И вызовем сюда баллисту. Ну и все, тут уже, наверное, победушка будет за нами 100%. А, некро ползет. Она даже, смотри, она не сама двигается, а ее вот эти вот руки передвигают ее. Ты понял? Она за счет них передвигается.
Фу, что-то вообще как-то на изи, смотри. Честно говоря, я не ожидал, что именно вот так вот все будет. На-ка, клеточку вам. Давай еще одного Джаггера вызовем. Слушай, у Некро, по-моему, увеличился радиус атаки, да? Раньше она ближе могла выпускать черепундели, а теперь она их очень далеко выпускает, и они намного раньше появляются. Так, ребята, здесь у нас, ага, прибавляется лучница. 100% будет играть через поджог. Это как пить дать. Но нам-то все равно, у нас с тобой баллиста, у которой, извини, радиус атаки в 2 раза выше, чем у лучника вражеского. Так что сейчас мы начнем. Вышел паладин. Против паладина здесь очень хорошо пойдет некро. А вот против копейщицы, конечно, не особо хорошо здесь будет заходить. Но здесь у нас есть еще с тобой джаггернаут. Вот, вот теперь пойдут дела, как говорится, в гору. Сразу же выставляем с тобой решетку. Плюс баллиста. Ну и, в принципе, все, песенка спета. Сейчас я вызову еще жнеца, да, для полной картины. И будет вообще все круто. Ну-ка, блин, хочу жнеца прокачать до 5-й звезды. И будет вообще круто. Ну что, лучница? А, сейчас подобьет, да, Джаггера? Подбила маленечко. Так, давай, наверное, клетку бросим. Темница, так сказать. Ну и все, здесь шансов нету. У жнеца очень большой дамаг. Мало здоровья, но у него очень сильный урон. Поэтому он очень быстро сносит вражеские замки, если подойдет к ним. Ну-ка. Ой, здесь всего лишь навсего, ребята, епископ, которого мы с полтычка с вами разбираем, да? Причем с удовольствием разбираем. Но помнишь, как-то был у нас уровень, где мы сфейлились? Потому что я не смог прожать вражескую армию за счет того, что епископ навешивал там щиты и всякую ерунду. Поэтому, наверное, мы с тобой возьмем все-таки вот этот вот отрядик, да, самый первый, и пойдем с помощью него тут разруливать. Да, тут и жнец для нас хорошо зайдет, потому что он призывает себе армию нежити. Тут у нас и джаггернаут, который имеет практически 2 полоски здоровья, да? Тут и никчемные крестьяне. Так, давай. Мы даже с тобой грифона здесь не использовали, прикинь. В тех боях просто даже ни разу его не использовали. Сейчас нам понадобится здесь баллиста. Клетка. Вот так вот. И джаггернаут пошел. Так, он вызвал грифона, это плохо. Так, баллиста, давай бомби. 3 раза, да, нужно, по-моему, ударить, чтобы он уничтожил этого грифона. Вот это плохо. Это было плохо. А, ты смотри-ка, епископ-то уже тут, как тут, он уже вышел. Ребят, я что-то этого даже не увидел момента. Спасибо за карточку на крестьянина. О, заморозка, ну это вообще шикарно. Плюс клетка. Подожди, а клетка на босса не действует? Это интересно. Ты видел, клетка просто исчезла, когда она должна была заключить, как говорится, этого епископа. Я не знал. Так, ну что, разносим к ядрине фени этот замок и получаем с тобой награды. Так, и денежку потихонечку с тобой копим. Естественно, нам нужно будет прокачать... Кого? Ползуна. Ползуна мы с тобой качаем. Ну, посмотрим, что нам здесь выпадет. О, вот это хорошо. Крестьянин, это замечательно. Плюс копейщица и 13 карточек на короля. Ну что же, мы переходим с тобой на территорию нежити, где у нас, ага, чумная мышь плюс голем. Чумная мышь плюс голем, это нам нужно с тобой брать желательно. Ну вот этот отряд, в принципе, будет неплохо. Чумная мышь, она довольно дорогая. Наша ниндзя будет в разы подешевле, поэтому, наверное, будем вызывать именно ее. Как ты считаешь? Или голема? Давай голема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Мы можем сейчас тут немножко с собой обделаться. Хотя нет, не должны. Отлично. У ниндзи сработала отложенная смерть, как ты видел, да? Она должна была помереть, но... Как говорится, додзи ее спасло. Она превратилась в полено и, как говорится, отскочила. Так, выпустим еще одну ниндзю.
Ну и все, тут уже вряд ли что-то враг сможет сделать. Тут и БФГ-ха, тут и ниндзя у нас наяривают. Так, вражеский голем тут встал на пути, да? Ненадолго. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Мы двигаемся с вами дальше. И у нас второй уровень, по идее. Кто здесь? Давай-ка глянем. Ой, вот здесь вот, конечно, будет похуже. Потому что этот призрак неубиваемый. Нет, его можно убить. Но его нужно специфически. Либо каким-нибудь суперударом, либо еще чем-нибудь. Но обычная физическая атака его не берет. Поэтому я, наверное, предлагаю взять вот этот, наверное, отряд. Нет, против чумной мыши этот отряд не катит. Давай-ка, наверное, вот этим и продолжим бомбить. Так, ну что, сейчас он выпустит своего призрака, да? Ниндзя у меня, конечно, очень уязвимый против него. То есть он наносит им довольно солидный урон. Но зато у нас есть крепкие юниты, такие как голем. Такие как жаба с молотом. Абсолютно одинаковый урон они наносят. Я вижу даже по очкам дамага. Так, выпускаем свою ниндзю здесь. Так, и знаешь, что я, наверное, здесь сделаю? Я призову просто-напросто богиню солнца. Как ты думаешь, правильно я сделаю? Я думаю, что я правильно сделаю, если я ее призову. Пускай она идет. Мы с тобой применяем ульту. Видишь, вот сейчас в данный момент призрака мы подбили. Потому что молния по нему попала, и он отдуплился. Ох, богиня солнца наяривает, ты прикинь. Ох, классный урон. Так, БФГ. Кто там полетел-то? Я что-то... А, привидение там летает, все. Ну, ты понимаешь, да, что здесь у врага шансов нет. Мы его просто прижучили возле стеночки и разобрали. Шикарно. 5500 голды плюс опыта 500. Так, дай-ка я гляну, где у нас. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушай, ну 87 уровень у нас получил ползун. После ползуна мы еще будем прокачивать кого? В принципе, есть у нас НЛО, его тоже можно прокачать. Так, а вот здесь, друзья мои, надо быть предельно аккуратным, потому что, как ты видишь, здесь этот, как его, служитель тьмы. Хиллер, который перекачивает здоровье своим юнитом. Слушай, здесь, наверное, я возьму вот этот все-таки отрядик. Будем надеяться, что баллиста все-таки достанет до задних рядов, где будет именно находиться этот служитель тьмы. Так, тише. Вот когда это затишье, мне всегда, ребят, напрягает. Потому что я больше уверен. Так, напускает голема, да, в первую очередь. Слушай, тут, наверное, лучше нам призвать все-таки некро. Он медленный юнит, пока будет разбирать наших вот этих колобков, мы его здесь просто ушатаем. Так. Плюс эти колобки наносят неплохой урон. Так, теперь вызовем баллисту, потому что ты видишь, да, уже как раз появился служитель тьмы. Так, пускай он там что хочет делать, а мы с тобой будем его уничтожать. Отлично. Давай-ка я выпущу еще одного джаггера. Плюс заморозка. Заморозка только на голема подействовала. Так, еще вызовем одну некро. Ну, я думаю, что победа за нами однозначно. Без вариантов. И... Так, ускорение. Как только заюзал скорость, они моментально разнесли вражеский домик. Ну что, погнали дальше. У нас с вами предпоследний уровень. Так, смотри-ка, он тоже здесь взял некро. Некро, призрак, ага. Чумная мышь и голем. Ну, здесь, наверное, нам надо взять другой немножко отряд. Так, секунду, где у меня ниндзя? Вот этот. Отыграем с тобой как раз здесь еще одну энергию. Поехали. Значит так, у него здесь некро. У него здесь голем, да, и чумная мышь вместе с привидением. Здесь, кстати, очень хорошо пойдет богиня солнца, потому что она своим лучом будет просто контрить всех. Даже вот это вот некро. Так, сейчас я попробую, наверное, в первую очередь вызвать именно... Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, что яй-яй? Все отлично, ребят. Сейчас у нас еще ульта здесь накопится. Ты видишь, да?
Как у нас тут все выходит? Некро побили. Так, выпускаем с тобой голема. Вон, призрака, кстати, убили с помощью вот этого вот луча. Он попал под луч и сгорел. Так, что тут у нас происходит? Главное, чтобы не было вот этого болота, которое делает чумная мышь, когда погибает. Так, ладно, двигаемся дальше. Вызываем БФГ. И еще ульту. Ну и все, песенка спета у врага. Вряд ли он тут что-то вообще сможет сделать. Да. Слушай, а богиня солнца что-то мне как-то понравилось. Я раньше помню ее вообще как-то недолюбливал. Мне она казалась ватная, а сейчас вроде бы как и ничего. Так, ребят, мы с вами ой, тут у нас дедулечка. С дедулечкой лучше не шутить, поэтому берем свой топовый, как говорится, сборчик, топовую команду, имбу. Ну и попробуем разобрать. Я знаю, что после против деда моя ведьма здесь вообще не рулит. Потому что всю армию, которую она сделает, дед может просто снести одним ударом своего там молота этого и булавы, да? И все. Так, интересно, я успею накопить? Походу, дел не успею, поэтому нам придется с тобой начинать уже действовать. Так, голема мы с тобой распишем. Зачем я опять ульту применил? Да что ж ты будешь делать, а? Рэй, зачем ты так делаешь? Не понимаю. Да, Ронина сейчас, наверное, подобьют. Хотя он успел все-таки это некро подбить. Так, сейчас он вызовет деда. Я уже чувствую, что сейчас дед пойдет. А дед, если будет еще под вот этими служителями тьмы, это будет люто. Так, ну что, я ведьму тоже призвал. Странно, он даже, прикинь, не соизволил призвать. И это очень странно. Ох, ну что же, мы переходим с тобой на следующий этап. Так, 12 зомби. Кстати, вот эти зомби и вот эти мне нужны очень сильно. Мы переходим с тобой на Нефритовую долину. Так, тигр, давненько я, кстати, тигра не видел, не дрался с ним. И копейщик. Копейщик очень шустрый, быстрый воин, поэтому нам нужно взять тот отряд, где у нас есть вот этот вот щитобот, который щитом прикрывается, да? Он стоит всего 100 энергии. Он 100 энергии стоит, но по именно защите он очень хорош. Так, тихо. Успокойся, парень. Так, молотильщик нам в помощь. Давай, тут всех бомбим. Так, и тигр, да, здесь? Вот против тигра надо будет копить энергию на паладина. Прикинь, если он не успеет его призвать. Да нет, как же не успеет? Успел. Вот он. Сейчас он там всех бомбанет мне. Предположим. Ну давай, ребята, разносим тогда замок ему. Все. Отличненько сделано. И мы с тобой идем на следующий эпизод. Второй. Так, здесь у нас... Ну что, ничего страшного, только лишь прибавляется храмовый пес. Единственное преимущество в его скорости, да, и то, что он может напугать. Все, больше в нем ничего там такого нету сверхъестественного. Так, ну что, идет мой родной, вызываем подмогу. Так, что дальше? Я думаю, наверное, всадника на журавле позовем с тобой. Плюс еще одного щитобута. И прикроем это все дело нашим паладинчиком. Это будет вообще оптимально. Так, тикон, секундочку. Так, отлично. Так, тигр, блин. А кто его... щитобот оглушил тигра, да? Понял. Вот ненавижу я эту душу тигра, если честно. Всегда ее терпеть не мог, она меня всегда раздражала. Так, ну что, наколбасим его, э? Да, мы уже прижали. Так что, ребят, побед за нами. Довольно легкий был уровень. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем с вами неугомонно наносить урон нашим врагам. Нефритовая долина. Ох, ёпрасте, Сёгун. А с Сёгуном-то мы с вами знаем прекрасно, как драться. Честно говоря, никак. Можно через улитку, в принципе, да? А у улитки хватит мощей пробить Сёгуна, как ты думаешь? Проверим.
Воу-воу-воу-воу. Подожди. Не хватает, друзья мои, не хватает мощей пробить. Так, ну-ка. Отлично, хотя бы так. Нет, 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 братюнь, успокойся. Чтоб тебя. Он сейчас так и будет своих рунинов вызывать. А, нет, у него еще и тигр здесь есть. Это для меня какая-то новость прям. Ой-ой-ой-ой, что происходит, смотри. Душа, душа. Тигр бежит, и душа, зашибись. Это местные ребята баги. Так, ну. Как этот Ронин бесит, а? Очень мощный парень, да? Очень мощный парень. Так, надо срочно применить ульту. Все. Пускай они тут пока получают урон. А мне нужно призвать... Что там? Так, мне нужно призвать этого. Деда. Да чтоб тебя, блин, ну не успел, а. Ронин, вали. Что-то все пошло как-то не так. Все пошло через одно место, а. Давай, давай, давай. Сколько там, 54 секунды? Мало времени для того, чтобы нам забомбить тут всех. Ладно, попытаемся. Давай еще вызовем. Так, ну ты поголовы, конечно, тут пытается, старается. У него, в принципе, неплохо получается. Но вот хватит ли нам времени? 30 секунд у нас всего лишь в запасе. Давай еще одну тыкву голову позовем. Плюс вот так вот сделаем. Так, кто там? Там тигр, да? 18 секунд. Вот этого я боялся. Вот этого я боялся, когда выходит душа тигра. Ну, сам понимаешь. 7 секунд. 6. 5. Есть. Я на 3 секунде завалил ему базу. Так, ну что? Двигаемся дальше. Предпоследний этапчик. Здесь у нас ниндзя. Здесь у нас будет ниндзя. Так, у нас есть с тобой вот здесь энергия. Давай попробуем этим отрядом. Правда, вот против тигра. Кто здесь может противостоять? Ну, если только Джиггернаут, это единственное, кто может устоять, да? Ну и Грифон, потому что если тигр выпустит душу, летающих юнитов она, как говорится, не заденет. Ну что, наверное, пора тогда жнеца вызывать, а раз он не выходит. Интересно, а кто сильнее, жнец или тигр? Давай проверим с тобой, а? Блин, ну с ниндзя, конечно... Ниндзя сейчас тут будет нам очень сильно мешать. Не дадут они мне нормально здесь, конечно, посмотреть. Так, подожди, подожди, подожди. Блин, они... Это вот этот вот пес напугал моего жнеца, и он отвернулся и побежал. Так, баллиста, давай, начинаем. Раз вот так много ниндз накопилось. Заморозка. Окей. Так, тигра мы с тобой тоже здесь должны, в принципе, раздавить. Никаких тут особых проблем не должно быть. Ну, что происходит-то, я не понимаю. Так, замечательно. Жнец не дожил, совсем немножечко не дожил для того, чтобы дойти до замка и начинать бомбить уже. Во, ускорение. Я офигею, ребят, каких только лагов с этим тигром нету, а? Душа тигра должна вылетать, да? Он что-то куда-то поскакал непонятным образом. Ну, ладно, это не суть. Суть в том, что мы с тобой здесь победили. И вот, здесь уже, ты видишь, богиня солнца будет. Так, богиня солнца. Ну что, возьмем, наверное, свой вот этот вот имбовый отряд. Не будем, как говорится, испытывать судьбу, а будем уже бить наверняка. И начнем, наверное, кого? Можно накопить, покопить немножечко, да, энергии. Может быть, успеем даже ведьму призывать. А ведьма это неплохой подспор. Опа, 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 опа. Ха, мой Ронин был первым. Замечательно. Обожаю нашего Ронина. Просто обожаю, друзья мои. Так, ну что? Ну, тут, конечно, тут понятно. А ну-ка, хоп, хоп, хопа. И мой Ронин еще бежит. На,
Прикинь, сколько он наносит урона за удар по башне. Ну, это просто колоссальный. И тигр тут вообще на... О, богиня солнца все-таки явилась, да? Все-таки явилась. Ладно, что тогда мы делаем с тобой? Призываем ведьму? Ну-ка, дай-ка ураганчик. Опа. И ульту применяем. Богиня солнца падает. И замок рушится. Что-то как-то легко мы тут сделали с вами. Несмотря на то, что я немножко ошибся. Так, давай скроем сундук. Посмотрим. Копейщик. Ага. Жаба с пушкой. Или как ее там? Черепаха с пушкой. И 12 500 голды. Переходим с вами на территорию захватчиков. То есть еще две территории осталось, да? Захватчики и подданные. Опачки. Давненько я не видел вот этого вот. Как его звать, я уже забыл. Бородавочник, вот, точно же. Это же бородавочник. Так, и как мы будем с тобой действовать? Попробуем отыграть этим отрядом, да? У нас здесь есть улитка. Улитка, ползун, ну ты понял. Плюс есть у нас, ага, не тут-то было. Давай вызовем, наверное, с собой самурая. Так, и будем копить на... Так, вызовем улитку. Ё-моё, не-не-не-не-не, не надо. На самом деле я хочу накопить себе... Слушай, он достал, а? Ну-ка. Корни, корни замедляет. Очень хорошо против вот этих улиток. Да, в принципе, против любых юнитов, которые бегут. Так, вызываем с тобой самурая. Вызываем мечника. Так, и сейчас хочу я попробовать накопить еще на одного такого голового. Вдвоем-то им здесь будет попроще. Ну, вот. Две тыквы, то, что нужно. Плюс ползун. И вызываем ульту. Все, ребята, базик, крышка. Замечательно. Ну-ка, давай, наверное, с собой маленечко прапаем. Но смотри, уже 93 уровень имеет. Остается всего лишь 7 уровней поднять. И она будет у нас, топчик, прокачана до соточки, да? И плюс у нее будут... Слушай, не все звезды у нее будут. У нее будут 4 звезды, но, по крайней мере, 100 уровень. Так, ну что у нас здесь? Ах ты, жаба с пушкой, а? Жаба с пушкой — это плохо. Наверное, нам надо взять... Блин, тут энергии нет, к сожалению. Какой же отряд-то пригодится? Наверное, вот этот я возьму. Попробуем, ребят. Тут БФГ все-таки ниндзя есть. А жаба с пушкой, она такая проворная. Она будет стоять за бородавочником и оттуда бомбить. Нам это нужно? Конечно же, нет. Поэтому мы будем как можно быстрее ее уничтожать. Выпускаем голема на поле. Опа, опа, опа. Бородавочник делает свой козырный удар. Так. Ну-ка, давай вызвать нашу ниндзю. Так, уничтожили. Слушай, ну, смотри, у нас ниндзя в разы сильнее, да, получается, чем... Так, погоди-ка. Чем за жаба с пушкой? В разы сильнее. Так что ниндзя очень здесь хорошо играет. Ну что, давай еще одну ниндзю вызовем. Да, в принципе, все. Смотри, от базы ничего не осталось уже. Сейчас мы ее добьем. И победушку положим себе в карман. Так, что у нас здесь? В магазине ничего новенького не появилось? Нет, ничего новенького. Кстати, блин, мага еще бы прокачать. Ох, слушай, 4 карты. А, только лишь третья звезда будет, да? Только лишь третья звезда будет. Но мы можем спокойно здесь накопить, если хочешь. Но нам придется тратить гемы. А гемы мы с тобой копим. Долго мы как-то, конечно, их копим. Но другого варианта все равно нету. Так, воблер. Ага, плюс ползун. Воблер, ползун, я даже не знаю. Какой нам отряд взять? Вот этот, наверное, попробуем с тобой. Слушай, а воблер у нас может подбивать всадника на журавле? Ты не помнишь? По-моему, может, он свои батаранги эти выпускает и как раз задевает. Ладно, ничего страшного, начнем с щитобота.
Я сейчас хочу попробовать накопить. Нет, надо вызывать молотильщика. Хочу попробовать накопить себе на друидку. Они не дадут. Понимаешь, они не дадут тебе этой возможности накопить. Хотя все может быть. Давай-ка я все-таки попробую ее вызвать. Так. Пошел, да, массовый расколбас. Начались тотемы. Бамс, бумс, вообще срабатывает идеально. Давай. Ты бы тотем хилищий бы поставил, а, друидка, нет? Стоит, что-то там выжидает у моря погоды. Так, тотем, наносящий урон. Вот это я не помню, что у нас отталкивает. Вроде бы, да? А что это, они рухнули? Так, вот у нас тотем на отхил. Ну все, если друидка вышла, ребят, на поле боя, то сам понимаешь, шансов на победу у врага, ну, сводится все к нулю. Ну а мы с тобой переходим на предпоследний этап. Только вот кого бы нам... У нас с тобой вообще из отряда мало кто остался, да, боеспособным. Ну что, возьмем этот. У нас все равно выбора нету. Может быть, попробуем с вами призвать деда. Если дед выйдет, да, то он своим... Блин. Он своим молотом тут таких делов наделает, что мама не горюй. Так что сейчас попытаемся. Вот против этого, конечно... Ладно, мне не остается выбора. Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо тут этих своих улиток призывать. Так, мечник, давай, выходи быстрее. Надо прикрывать, так сказать, нам наших бойцов. Вот так вот сделаем. О-о-о, бежит, видишь, бежит. И сразу же получил замедление. Также сейчас и улитка замедлится. Так, надо нам еще все-таки одного тыквоголового, чтобы они тут раздавали люлеем налево и направо. Все это дело нужно, естественно, прикрывать. Прикрывает у нас с вами... Тихо! Фух, чуть было не погибли мои эти ребятульки бравые. Так, полторы минуты, да? На все про все. Я хотел деда накопить же, ё-моё, что-то забыл совсем про него. Так, дедуль, ты как там? Готов? Подожди-ка, куда у меня тыквоголовый? Куда у меня тыквоголовый один делся? Кто-то его снес, да? Кто-то его подбил. Когда-то умудрился, непонятно. Так, ускоряшка. Давай замедлять их всех. Слушай, пора вызвать деда. У нас с тобой очень мало времени. 50 всего лишь секунд. Правда, пока он дойдет, тоже очень много времени понадобится. Так, давай улитку вызывать. Заморозка. Как раз вовремя. Ну что, дедушка уже здесь, друзья мои, на подходе. Сейчас будет результат тотальный. 30 секунд. Слушай, дедуль, давай быстрее, поднажми, а. Есть. И карточка на бородавочник нам выпадает. Ну что, у нас с тобой очень-очень мало энергии. Давай-ка мы с тобой прокачаем этого слизня. 95 уровень он получает. И последний. Кто у нас тут? Ага. Как вот там? Смотритель. Я хотел сказать наблюдатель. В плане. А, у нас здесь энергии нет, да? Ну, на этом-то отряде еще есть. Так что мы себя чувствуем довольно хорошо. Тут все будет легко и просто. Я больше чем уверен. Никакого сопротивления враг не сделает. Даже если он появится, все равно мы его здесь нашинкуем. Начинаем с вами с нашего воина-мага. Так. Ну и, конечно же, Ронин. Если он тем более вот так бежит, то вообще имба. Копим с тобой ульту. Она нам пригодится. Так, вот это, конечно, не очень хорошая комбинация. То, что здесь вышел воблер. Так, давай отражение. Так, отражение у нас с тобой сделалось. Ой, 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 ты посмотри, что происходит, ребят. Блин, тут, конечно, не в кайф. Вот сейчас было, конечно, не очень хорошо. Нет, все-таки он успеет призвать босса, поверь мне. Только он ему не поможет. Вот он, ребят, вот смотритель. И мы его чуть-чуть не добили, но сейчас добьем. Все.
Да пыхтелся, он что-то там хотел сделать, но, как видишь, у него ничего не получилось. Сейчас Ронин убивает бородавочника и должен добить, по идее, бар. Ах ты, добить. Улитка помешала нам. Ползун, который выбежал. Сейчас, еще ударчик буквально и все. Да. Отлично. Ну что же, победушка за нами, и мы с вами переходим на следующую локацию. Это у нас долина поданных будет. А здесь мы получаем 11 карточек на лорда пустоты, 10 карточек на жабу с молотом. И вот она, долина поданных. Собственная персона. Опачки, бродяга. Плюс мечник. Так, у нас энергии пока нигде нету, да? Вот, здесь есть. Поехали, друзья мои. Ну, опять же повторю, самый хитрый — это бродяга. Контролировать его очень сложно, но нужно. Так, мечник, да, вышел. Интересно, я успею призвать? По-моему, нифига не успею призвать здесь. А, нет, все получилось. Слушай, ну этот бродяга, да. Ой, он еще и оглушил. Блин, как быть-то? Давай, некро, выходи. Блин, а сможем ли мы здесь противостоять-то им? Смогли, как ни странно. Слушай, вообще замечательно получается. Так, ну опять же, не стоит забывать, что бродяга ходит. Он ходит. Он может в любую секунду появиться. Вот так вот пойти втихаря и уничтожить мне, например. Никого у него не уничтожил. Мои колобки его забомбили. Ну что, тогда я тебе скажу следующее. Мы сейчас разнесем ему базу. Бабах! Отлично. Продолжаем. Продолжаем разговор. Переходим с тобой на второй этап. Так, у нас здесь энергия есть. И все, что ли, только одна энергия здесь. Ну, будем с тобой отыгрывать по полной программе. Так, опять же тут бродяжка, про него не забываем, ребята. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-т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 ихо, парень. Фух, успел-таки. Подожди, блин, тут команда слишком... слишком лютая. Так, крестьянин-то завалишь? Завалил. Так, здесь мы с тобой будем его подлавливать. Вот таким вот образом. Опачки. Замечательно, плюс Ронин. Плюс Ронин обязательно. Так, у нас ульта есть. Вот это вот невыгодно, ребят. Невыгодно, совсем не в кайф. Да чтоб тебя, а? Ну ты посмотри. Нам чуть-чуть буквально не хватило. Он, блин, нанес урон все-таки. Мне некого было поставить там. Поэтому все так получилось по-корявому. Все так получилось по-корявому. Ну давай посмотрим, может быть, энергия у кого-нибудь откатилась. Нет, ребятушки, ни у кого не откатилась. Тогда нам остается только лишь закругляться. Обязательно продолжим с вами в следующей серии. Нам пройти вот эту вот локацию. И у нас будет 128-й телепорт. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.